Амаль 700 тракторов, 86 з яких енергонасычаныя, складае парк сельгасмашын у Пінскім раёне. Усе яны ўжо праз месяц выйдуць на палі сваіх гаспадарак, каб пракласці шлях да новага ураджая. А пакуль ёсць час, рамантуюцца, наводзіцца апошні марафет перад сезонам. Начиная с 14 февраля в сельхозпредприятиях мы начали проводить технический осмотр тракторной техники. На сегодняшний день уже проведено в трех сельхозпредприятиях района. Вот, готовность тракторов порядка 90% уже составляет. Это прохождение техническое, ну и малая часть тракторов, которая находится на завершающем этапе в ремонте техники. Разом с подрыхтовки основной техники активно рыхтуются и посевные агрегаты. Готовность каждого из них уже до 1 соковика повинна быть стопроцентной. Заданием Министерства сельского хозяйства у нас сроки проведения технического осмотра до 1 апреля текущего года. Открытое акционерное товариство «Оснежицкая» – третья по лику господарка, где подрыхтованность техники уже проверила комиссия районной инспекции Держтехнагляду. Господарка – одна из лепших у районе, отповедна и техника в належном стане. Культиваторы, что у поля выводят первыми, давно на линейце готовности. Процентное соотношение прохождения, ну, я думаю, около 95. Практически мы все успели, все сделали. Если в денежном эквиваленте, мы затратили около 1,5 миллиардов уже на приобретение запасных частей, восстановление тракторов, сельхозтехники сложной, комбинированной. Та техника, которая не участвовала в осенне-полевых работах, она раньше была почищена и поставлена на хранение, а та, которая участвует в повседневных работах, она периодически ремонтировалась, но под технический осмотр, который у нас сегодня подходит, она капитально отремонтирована. И мы готовы хоть сегодня уже идти в поле. У лику тех, кто готовы хоть сегодня идти у поле, и механизатор с 27-годовым стажем Василь Забавка. В весенние полевые работы вступаю с МТЗ-1025, с прицепными сеялкой СПУ-6. Она уже отремонтирована, готова. И моносем. Кукурузная, также дальше. Ну, сеялками работай, пахота и все. Готов на 100%. А покуль механизаторы доводят до розуму свой арсенал, агрономы проверяют якость насеннего материалу и стан глебы, допрацовывают технологичные карты. Мария Кобец, Алиса Григорчук, Татьяна Болтуть, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».